Как направить ресурс темной стороны себе на благо? Давайте так, что такое темная сторона? Темная сторона, во-первых, это ваша внутренняя позиция быть взрослым, выходи за меня. Выходи за меня, так не делают предложения. Предложение как минимум 100 миллионов алых роз, колечко с брюликами. Ну как бы вот это вот в Инстаграме мне сделать предложение решил человек с аватаркой льва на аватарке. Ну здрасте, ухаживание где? Самолеты в Париж и прочее, прочее. Поэтому поспокойнее. Вот темная часть, она вот так замуж просто не выйдет за боковую, да, он там как минимум самолеты, вертолеты, яхты и прочее. Поэтому я-то, конечно, с радостью замуж за тебя выйду, но только сначала покажи, что у тебя есть. Так вот, как направить ресурс темной стороны на благо себе? Вот приблизительно сейчас я, когда общалась с этим молодым человеком, показала, направила ресурс, губозакатку, дорогой мой. Поэтому не разбрасывайся тут своими словами, замуж за тебя выходи. Ты, во-первых, не потянешь замуж такую, как я. А во-вторых, сфотку сначала свою поставь. А в-третьих, пойди потренируйся на уважении к женщинам. Вот приблизительно вот так работает ресурс темной стороны себе на благо, да, потому что... А кто его знает, может быть, цветы-то мне все-таки пришлет, вот товарищ, который такой борзый, все-таки начнет уважать маму свою, как минимум, и женщин, в принципе, на этой планете, и закажет прекрасной женщине